Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поздравил выпускников, получивших 100 баллов за сдачу ЕГЭ, и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Встреча главы региона с талантливой молодежью состоялась 27 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Олег Кожемяка вручил благодарственные письма и ценные подарки 31 выпускнику за сдачу ЕГЭ на 100 баллов, а также 5 учащимся из Приморья, которые стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Несите свет своих знаний, как говорится, всей стране. Успехов вам на этом пути. Спасибо вам большое за такую прекрасную учебу, за такие прекрасные результаты. Вы гордость нашего края. В мероприятии приняли участие глава Министерства образования Приморья Эльвира Шамонова, исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец, проректор ТГМУ Игорь Королев и ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева. Приморский край очень серьезно относится к образованию, очень серьезно ценит тех, кто любит, кто может и кто хочет трудиться. После торжественной церемонии губернатор поговорил с выпускниками и ответил на волнующие вопросы. Большинство интересовал вопрос поощрения стабальников в вузах, возможности получения дополнительных стипендий и различных льгот. Все ведущие университеты российские тем или иным образом поощряют ребят с высокими баллами. В каждом университете надо смотреть, как выстроена эта программа. Где-то стобальникам дают какие-то преимущества, где-то ребятам, набравшим выше определенного количества баллов, вот как Татьяна Валерьевна рассказала. Где-то есть комплексные программы. В ТВФУ, например, программа комплексная. Это не только стипендии, это и лучшие места для проживания, и возможность выбирать те или иные элективные курсы, которые вам необходимы. Не менее важный вопрос был связан с перспективами обеспечения жильем во время учебы и позже, наличие свободных рабочих мест в тех или иных отраслях. Владивосток – это как раз вот то место, откуда будут реализовываться все проекты Российской Федерации, направленные на связи с Азией. Поэтому возможность здесь и работа, если кто хочет, всегда найдутся. И сегодня нехватка вот таких специалистов по вашим специальностям огромная везде и не востребована. Поэтому смелее учитесь, смотрите, возвращайтесь. Выбирайте, как говорится, свой жизненный путь, смелее шагайте и не бойтесь, всегда будет Дальний Восток и Владивосток для вас служить такой хорошей визитной карточкой при последующем, скажем, своем карьерном росте хоть где. Губернатор поздравил выпускников, особо отметил отличившихся и подчеркнул, что начинается ответственный период. Благодаря своему упорству будущие студенты смогли сдать экзамены на 100 баллов и сейчас вправе выбрать любой вуз в стране. А также посоветовал не забывать одноклассников, по возможности приезжать в гости, поддерживать контакты с родителями и малой родиной – Приморским краем. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Новости на Восьмом.